Ругаю сегодня мужа и говорю ему: «Ну ты совсем не помогаешь мне по хозяйству!» Ответ мужа: «Убил мою нервную систему!» «Как не помогаю? Я ж сегодня ножки поднял, когда ты подметала!» Едет автоинспектор по дороге, а движение плотное, и тут начинается беспредел. Одна машина, значит, обгоняет всех без поворотников. Но, естественно, у инспектора-то нервы, ух, на пределе, все уже не может. Нажимает так кнопочку стекла, стекло опускается, он так голову сует из машины и кричит: «Дура! Кто тебя так учил ездить?» Она так оборачивается из машины и говорит: «Олег Геннадьевич, здравствуйте!» Кондуктор на остановке кричит водителю с заднего сиденья: «Коля, Коля, подожди, там еще один человек бежит!» Через несколько секунд: «Коля, поехали, я знаю, у него проездной!» Две блондинки заходят в магазин, покупают йогурт, и одна берет так, открывает его резко и начинает есть. Вторая так смотрит ошарашенно и говорит: «Ты что, дура? Ты что, до кассы не могла дотерпеть?» А вторая говорит: «Это ты, дура, а здесь написано «открывать здесь».» Встретились американец, англичанин, русский. Американец: «У меня две виллы, две любовницы». Англичанин: «У меня три виллы и три любовницы». Русский: «Скажу вам честно, у меня одни виллы, а сплю я со всей деревней». Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.